Энрике Каприлес, один из лидеров венесуэльской оппозиции, призвал своих сторонников к акции протеста. Поводом послужило решение властей запретить Каприлесу занимать государственные должности в течение 15 лет. Это означает, что политик-оппозиционер не сможет баллотироваться на пост президента на следующих выборах главы государства. Они должны состояться в 2018 году. У нас достаточно причин для мобилизации. И то, что меня лишили права занимать должности в политических органах, станет еще одним поводом для того, чтобы завтра мы вышли на улицы Венесуэлы. Кризис в стране обострился после того, как 30 марта Верховный суд наделил президента Николаса Мадуро полномочиями действовать фактически в обход парламента и объявил о том, что берет на себя функции Национальной ассамблеи. Позднее высший судебный орган пересмотрел решение, касающееся исполнения им парламентских функций.